Израильские исследователи в понедельник объявили, что смогли впервые напечатать на 3D-принтере живое сердце. Впервые мы распечатали материалы и клетки от самого человека и воссоздали столь сложную геометрию сердца. Все сердца, которые печатали раньше, насколько мы знаем, сделаны из синтетических материалов или тканей, не принадлежавших пациенту. Пока сердце крохотное, с кроличьим размером. Но ученые утверждают, что для того, чтобы сделать человеческое, можно будет использовать те же методы. Технология еще нуждается в доработке. Орган умеет сокращаться, но его нужно научить вести себя как настоящий. Ученые взяли жировые ткани пациентов. Использовали их клетки, чтобы сделать своеобразные биочернила для принтера. Такой подход может решить проблему отторжения органов. На саму печать ушло 3,5 часа, и исследователи рассчитывают, что лет через 10 принтеры будут стоять в клиниках по всему миру, а процедура станет абсолютно рутинной.